Привет, друзья! Вы на канале Цветы и я. Я тут гуляю по Ашану, не планировала, но забежала в цветочный посмотреть, вдруг что-нибудь интересненькое здесь есть. Ну, как вижу, сильно много ничего, но так покажу. Такие более-менее хорошо выглядящие цветочки. Тут орхидеи, а цветашки уже, конечно, вот такие вот сейчас. Цвета, так сколько они тут стоят, по 599 рублей орхидейки, по 599, даже 90. Вот такие. Сейчас покажу еще. Вот такого вида. Ну, тут их немножко совсем. Суккулентики. Также тут во всем цвету кактусы так и стоят по 257,99. Вот такие глазастики еще по 264,99. Ну и тут тоже кактусики по 213,99. Ну, они тут хорошо выглядят. Хорошие. Можно брать. Вот этот вот особенно мне так понравился. Симпатичный. Кактус с тромблем. По 257,99. Такой вот необычный, хорошенький. Ну и вот такой тоже внимание прям к себе привлекает. Только, правда, цветочек крашеный. Здесь алоэ, хавортия по 215,99. Уже подразобрали их тут. Вот такой еще интересный суккулент. Прям боюсь его трогать. Завалился он немного. Похож на мой, только колючек меньше. Не знаю, какой-то кактусик. Такие по 228,99. Ахиверии по 197,37. Ну, такие хорошенькие. Вот этот вот вообще замечательный. Вот такой и вот такой вот тоже хорошо выглядит. Еще вот такие суккуленты по 228,99. Я что-то в последнее время прям заглядываюсь на них. Хочется мне чего-нибудь такого маленького, необычного. Вот такой вот симпатичный тоже друг. Не знаю, кто это. Боюсь брать. Тут невозможно взять. Всего много. Так, ну и вот такие еще по скидочке суккуленты по 99,90. Вот такой у меня колючий товарищ. Только он у меня немножко посветлее. Этот темный. Вот такой вот. Но он у меня уже такой вымахал. Я его тоже покупала вот по такого размера. Маленький совсем. Здесь большие ахиверии по 229 рублей. Такие простые и волосатенькие тут также стоят. Еще остались. Можно прибегать, брать. Ой, забыла сказать, это город Омск. Вдруг кто из Омска посмотрит, захочет себе приобрести такой суккулентик, приходите в Ашан, 169,99. Вот такие, даже с розовой окантовочкой, хорошенькие тоже. Но их тут хорошо подразобрали. Было, конечно, побольше намного. Ну, вот этот фильчик мне жалко, конечно, он тут так и остался. Не знаю, один или два, совсем не политый. Ну, убили фил, конечно. Филы по... Так, такие суккуленты по 159,90. Ну, жалко, жалко парня. Вот. Прям, ладно, не буду вам грустные показывать, потому что тут их не следят, конечно. Ну, и пипремнум также и стоит. По 449 рублей. Также гордении стоят по 394,70. Фикус Наташа по 349 рублей. Шерцеры еще есть. Оранжевый и темно-красный такой насыщенный. 379 рублей. Ну, внизу тут в миксиках драцена варигатная. Так, такие миксы, если верить цене, 329 рублей. Гипоэстес такой симпатичный тоже. Пеперомия. Еще одна драцена. И вот такой вот кодиум
Голди Сан остался. И такая вот еще драцена. Компакта, по-моему, симпатичная. Ну и вот такая еще. Тоже я тогда на нее внимание обращала. Хорошенькая драцена, тоже компакта. Вот такая варигатная, красивенькая. Сейчас еще внизу посмотрим. Внизу что есть. Так, тут седум. Ну, тут такие печальненькие. Мимо них пройду, не хочу сегодня расстраиваться чуть никак. Вот такая вот растюха. Как он там называется? Забыла. Красула. Красула хоббит и другие красулы такие. Пирамидки по 359 рублей. Вот такая красула симпатичная тоже. 359 рублей такие миксы. Но мне нравится вот этот вот. Я все на него смотрю. Ой, ну мне жалко 359 рублей. Был бы поменьше, я бы его забрала прям сегодня. Готова бы была его купить. Ну и такие красулы. Такие по 159 рублей. Самые обычные. Вот тут хавортия. Хавортия тоже хорошенькие. В этот раз он прям милота. По 189,99. И вот такого еще вида есть. Хавортия классная. Сейчас обогну тут этот павильончик. Так, фикус эластика по 436 рублей. Вот такой. Драцены также и стоят здесь по 689 рублей они. Спатифилум Свит Бенни. Вот такой тоже был. 950 рублей. Так, также у нас кто-то тут. Юка. 959 рублей. Стоит. Одной палетки уже нет. Раскупили. Ну и тут в миксах покажу, что есть. Тут драцена по 235,99. Вот такая шифлера варигатная. Рео такой уже распушился тут. Хорошенький тоже. 235,99. Хлорофитум тоже вот такой. Вот еще, ой, прям в цвету, смотрите. В цвету. Забыла растеку. Боже, забыла. Вот бывает у меня фитония, что ли. Вот такая. Цветет кофе. Как камеру включаешь, моментально память улетучивается у меня почему-то. Так, аспарагус вот такой вот. Еще в миксах. И фикусеныш маленький. Еще вот такой фикус есть. Хорошенький тоже. И вот это что за травка? Сейчас посмотрим, что это такое. За такое. Plant Mix экстра не написали, но сухая она, конечно, уже, но интересная прям. В этих миксах тоже Рео стоит. И перомия такая, или пилея. Кто-то из них. 233,99. Фитонии. Ну, фитонии тут хорошо вроде выглядят. Нормальные. По 278,99. Такие фитошки. Хидеры. Хидеры вот одна осталась. По 139,90 такой. И малышка вот такая пилея. Или кто, даже не знаю уже. Непонятненький кто-то. Так, ну, грустинки я вам не показываю наверху, тут засохшие. Здесь пепперомия лилиан по 449 рублей. Опять шерцеры. Ой, смотрите, какой симпатичный шерцер. Прям как лебедь. Так, если повернуть. Так, такой шерцер 379 рублей. Вот такие вот еще и там оранжевые в глубине. Вот еще. И вот такая интересная растюха. Сейчас посмотрим, кто это. Это химантус. Не мантус. 249,99. Вот такой вот. Симпатичный.
Тут вот даже на бутонах красивый. Ну и хинокактусы гудзони крашеные стоят. Вот здесь свеженькие каланхои маленькие по 228,99. Вот таких цветов. И вот как розочки вот такие красивущие. Ну и спатифилумы тут по 271 рубль. Наверное, штраус, я не знаю, кто это. Такой малыш. Сейчас посмотрим, если найду. Нет, не найду. Никогда не пишут, конечно. Ну, жалко, но они свеженькие, хорошие. И сейчас на входе вам покажу, еще немножко там растут. На входе тут орхидейки. Свежие, это новый завоз, потому что там такие цветашки уже по 762 рубля 25 копеек. Интересно, у них копейки. Ну и спатифилумы квали 450,99. Такой я не знаю сорт. Сейчас поближе покажу. Но не варигатный, ничего. Ну вот такой. Цикламены цветущие, очень красивые. Сейчас скажу вам цену. Цикламены по 394,99. И вот такой красивущий цвет. Такой я не видела. Вот такой. Смотрите, какой классный. Просто не могу передать его. Он такой... Ну, красивый, в общем. В общем, красивый. Но цикламенов здесь много. Вот еще. Вот еще вот такой. И красный еще. Красный редко тоже встречается. Обычно розовые. И вот такой еще цикламенчик. И также каланхои. Каланхои много здесь, маленькие. Вот такие маленькие. Шестерка. 144,99. Ой, 149,99 в шестом горшке. И каланхои каландива большой по 349 рублей. Вот такой. Ну, в принципе, тут... А, вот еще. Чуть не пропустила еще стендик. Сейчас вам еще здесь покажу. Здесь бегония Латиур, наверное. Сейчас посмотрим. Да, 376,99. Герберы. Герберы по 376,99. Вот такие вот симпатичные. Так. И фаленопсисы миньки по 617,99. Цвета вот такие. И вот. И вот еще. Сейчас еще вот здесь покажу. Вот так. Вот это свеженькие. Прям видно. Гипиаструмы на бутонах. Гипиаструмы по 462,99. И антуриумы. Антуриумы красные. Маленькие. Сейчас покажу. Антуриум Андрианум 849 рублей. Ну вот и все, друзья. Это все цветочки здесь в Ашане. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.